саженцы гейхерелы Брэсслэнтон отлично растут и цветут как на солнце, так в тени. Почвы лучше всего выбирать плодородные, рыхленные, с умеренным увлажнением. Это неприхотливое к условиям и устойчивое к вредителям растение. Растет быстро и формирует пышную розетку ярких листочков, которые по форме напоминают кленовые. Листва окрашена в золотистые, медные и красноватые оттенки. В июне белые цветы красиво возвышаются над листьями. Высота гейхерелы Брэсслэнтон достигает всего 30 см, ширина кустарника может быть до 50 до 60 см. Растение хорошо использовать в смешанных посадках, бордюрах, для выращивания контейнерах. Гейхерелла Брэсслэнтон – это травянистый высотой от 15 до 20 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка белый, летом листва желто-красный. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.